очень плохо разобрать можно. И поэтому не хочу очень долго держать. Спрашивают, считаете ли вы, что эксперимент светлых сил по созданию новой цивилизации космического человека идет в настоящее время в заданном русле, несмотря на сложности? Да, считаю, если говорить коротко, потому что то, что нужно, главное, чтобы этот эксперимент продолжался, чтобы не был уничтожен. А если он уничтожен, планета будет, то уже никому будет развиваться дальше.